Неложная тревога. 8 ноября в 9:40 утра в детско-юношеской спортивной школе номер 10 на улице Багаева сработала автоматическая пожарная сигнализация. Причиной послужило короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В подвале произошло плавление изоляции электропровода, проходящего в районе распределительного щита. Руководство спортшколы мгновенно организовало эвакуацию детей. Кроме того, из здания лицея номер 33, на территории которого, собственно, и расположена спортшкола, также было эвакуировано 450 учащихся. В течение 20 минут происшествие было полностью устранено. В настоящее время обе школы работают в штатном режиме.